В Северной Осетии утвердили звание почетного гражданина республики. Соответствующий законопроект приняли во втором чтении на заседании парламента республики. Инициатором утверждения звания стал глава республики. Согласно закону, почетный гражданин получит единовременную денежную выплату 50 тысяч рублей, а также ежемесячную доплату к пенсии в размере 5 тысяч рублей. На заседании также обсудили вопрос предоставления бюджета республики кредита из федеральных средств, чтобы покрыть дефицит бюджета Северной Осетии. Законопроект об утверждении дополнительных соглашений между республикой и Министерством финансов России внесен правительством республики. Общая сумма реструктуризированной задолженности на 1 января этого года составляет более 7 миллиардов рублей. Как отметили представители профильного комитета парламента, задолженности по кредитным выплатам в республике нет. Кроме того, на заседании внесли изменения в состав молодежного парламента. 12 членов общественной организации сложили полномочия. Говорили и о проблемах в сфере здравоохранения. Среди них самые актуальные депутаты признали вопрос налаживания кадровой политики. Мы вопросы здравоохранения слушали, вы знаете, на протяжении прошлого созыва и в течение вот, буквально ближайшего времени, этого года, следующего, будем обязательно слушать. И те проблемы, недостатки, которые существуют, они существуют. О них надо говорить, ими надо заниматься, решать. И решать должны те, кто призван, это Министерство здравоохранения, для этого оно существует. Да, мы будем все подключаться, мы будем говорить, мы будем об этом напоминать. Спасибо всем тем депутатам, которые выступали и, наверное, правильно выступали, говорили совершенно правильные вещи, акценты правильно расставляли. Благодарю их за это. И все, что сказано, еще раз повторяю, мы будем заниматься вопросами здравоохранения, как законодатели.